очень громко будете называть букву Я. Итак, давайте-ка проверим. Кто любит маму? Я! Друзья мои, никуда не годится. Мама, надо так, чтобы потолки тряслись и побелка падала на головы, а здесь у нас шли трещины от вибрации. Итак, еще раз. Кто любит маму? И таблицу умножения знаете, и дедушку покусали, а и папа. Отлично, друзья мои. Ну что, как вы думаете, можем ли мы с вами начинать? Самая невинная версия, пожалуйста, друзья мои.